Відповіді на місці за удари українськими дронами по своєму родовому помістю у Шочинському лагері призвати немедленно ударити в ответ термоядерной російською бомбой. Но почему-то Питер нам предлагает по все еще пока российской студии. Тем временем российская национальная валюта снова рухнула ниже 100 деревянных за доллар, на что премьер сказал ему: да не обращайте внимания, ведь курс доллара это пережитки прошлого. Ну и Россия окончательно потеряла сегодня Армению, та ратифицировала Римский статут и готова теперь вот арестовывать Путина, на которого ордер давным-давно выписан. Шойгу уверяет, что новой мобилизации на России точно не будет. Но можно ли в этом верить? Ведь даже Путин то же самое действительно говорил, а потом устроил россиянам эту вот частичную мобилизацию. Обо всем об этом на стриме в Ютубе 24-го говорим с Сергеем Жирновым, бывшим советским разведчиком, а ныне писателем и журналистом. Сергей Олегович, рад вас приветствовать. Слава Украине! Привет, Артем. Герой славы. Привет всем вашим друзьям. Убедился к тому же, что в Российской Федерации нет ПВО, нет ПРО,
Chinatown, followed by Haymarket, Central Chalmers Street, then all stops to Rand. Time.
This stop is Central Chalmers Street, a live for Prince Alfred Park Pool. Change for trains, including the Airport Line and Elderland Dulwich Hill Line.